Деревни Сопка не существует уже больше полувека, а ее жители по-прежнему собираются вместе и приезжают в родные места. Отыскивают дома своих предков, ухаживают за могилами и бережно хранят старые фотографии некогда цветущей деревни. Ежегодный праздник землячества, венок дружбы – хороший повод рассказать о своей малой родине, тем более, когда есть чем гордиться. Ой, наша деревня славилась всем, в первую очередь рыбой. У нас рыбные места кругом. Это Святая речка, всем известная Чайкина, Голодная губа, Танюй, Чуклиха. В общем, рыбой мы славились. Конечно, грибы, ягоды, морожка. Это, конечно, тоже все было и есть. Чтобы не быть голословными, члены землячества приготовили для гостей традиционное угощение припечорья. Тут и кулебяки, рыба разных способов приготовления, пироги с ягодой и грибная икра. Гости праздника дегустировали угощение и могли приобрести им то, чего не купишь в магазинах. Хотя про морожку такого не скажешь. Этот год стал неурожайным на арктическую малину. И без того ценная ягода стала почти драгоценной, говорит Вера Ивановна. Чтобы собрать одно 10-литровое ведро, пришлось 10 дней ходить по болотам. Приехать без морожки на праздник она себе не позволила. Хотя не только природными дарами славится Варандейская земля. У нас там жили рыбаки, колхозники, охотники-промысловики, были именитые охотники, такие как Иван Федорович Тайбарей, Валентина Ивановна Тайбарей, это его дочь. Вот. Потом сегодня, значит, мы будем рассказывать об оленеводе. Оленеводы тоже у нас в землячестве Варандей. Каждое из 25 землячеств могло рассказать что-то новое о своем родном поселении. Ведь никто другой не знает лучшей истории своего края, чем его коренные жители. Этнокультурный центр, организатор большой встречи землячеств, считает, этот праздник – своеобразная экскурсия по селам округа, где каждый стенд – музей, а земляки – экскурсоводы. Уже 11-й праздник землячества у нас, традиционный праздник, каждый год в ноябре. Вот, праздник, посвященный Дню народного единства. Мы объединяем всех, кто входит в клуб земляков Ненецкого автономного округа. Вот в этом году у нас праздник, посвящен юбилею округа. Праздник землячества имеет большой успех, ведь в нашем сравнительно малочисленном округе зарегистрировано 30 национальных и территориальных землячеств. Больше нигде в округе жители и гости города не могут увидеть все многообразие и богатство Ненецкого края. Заслуга еще и тех, кто это организовывает. Это же тоже не так просто собрать вот это все, правда? Красиво представить, мне очень нравится. Это как бы забота о людях, которые здесь живут. Ирина Цепетова, Валентина Чибичек, Вадим Носкин, телеканал «Север».